have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Здрасте. Доброе утро. Врываемся в эфир. Да. А в прошлой серии. Ладно, я думаю, все помните, что было в прошлой серии. Полный трындец. Сейчас пытаемся из этого трындеца выплыть. Оп-оп-оп, цель, спереди. Это не допиточка. Все. Забрал, нормально, все. Понял. У него там одна хп-шка оставалась. Без башки. Еще один сгорел на работе. Ой, извини, я тебя немножко творил. Я тебе рану там закрыл, я думаю. В следующий раз я не прокачивал двигатель на подлодке. Вы об этом пожалеете. Так, ну поплыть наверх теперь. Давай. Так, ты же зарядил верхнюю пушку, да, переднюю? Да. Ага, спасибо. Ты его прям перед ботом украсть. Ух. Ай, его что, капитан, значит, сердечный срез будет. Ну, при такой-то нервной работе. Чё смеёшься? Карту открыл? Вы сейчас выглядите как, знаешь, это два чужих стоящих спина к спине. Это просто трешак какой-то. Я тоже на карту посмотрю. Вы сильно хотите прикол или не сильно? Давай, сильный прикол, прям хороший. Не всплываем вообще. Я вижу, что ты пытаешься, но как-то мы не плывем. О! А помните, был такой баг раньше, в первых сериях, когда мы играли, тут такое случалось, когда вроде реактор нормально, все в порядке, все хорошо, но лодка не всплывает. О, погодите, может насосы надо. Черт с ним, со скафандром. Пусть его забирают боты, его отнесут на место. У нас вроде как Армагеддон откладывается, надо попробовать. Очень насосы. Плохо всплываем. Реально, пока Армагеддон откладывается. А, ну у нас моторный отсек затоплен просто. Сейчас подожди обратно тогда. Всего-то? Сейчас я себя промотивирую. Так и кто я тебя мотивирую? Ох, да, кто он под скафандром? Тяжело работать капитаном. Есть такое. Так. А его не надо чинить. Ну, в смысле, мотор. Да, он просто раздолбан. Вокруг все. Обшивки нет. Угу. Я ныряю. Мы по чуть-чуть всплываем. Так, этот в порядке. Так, да, чинить тут хорошо. Именно ничего не надо, просто надо было подлатать. Контролируемое затопление, так называемое. Да. Ну, контролируемым это тяжело назвать, конечно. Ну, но с затоплением довольно просто. Это затопление. О, ребят, затопление, да. Плывем. Че мы? Чего? Плывем. Почему у тебя плывем так сильно рифмуется со словом умрем, блин? Я совсем другое услышал. Сейчас приплыли. Мы опять в то же место приплыли, Карл, в третий раз. Они цикличные. Этого не могет быть. Мы попали в какую-то временную петлю. Ля. Я в другую пещеру поплыл. Почему в симуляторе подводных лодок нету изменения положения, блин? Черт побери, мы бы там прошли. Ля. Подумал Штирлиц. Временная петля. Подумал Штирлиц. Засчитано. О! Оп! Всех выбило. Так, сломанная косточка, привет. Да, Да ё-моё. А почему я в... Так ты его... Почему в этот в маске? Раз обещаю, там весело. Да я вижу. Е-мое. Слушай, у меня так, с такими этими плаваниями баллон варыш такой. Да я, у всех он уже заканчивается. В этом у нас основная проблема еще с прошлой части. Да ёлки ты палки! Извиняюсь. Хватит целоваться с камнями, пожалуйста. Я не успеваю залазить. О, тут прям Ниагарские водопады. Красиво. Ага. Под душем помылся. А, еще и сверху заливает. Сверху, блин, заливает. Выползать. Реально. Слушай, такое ощущение, как будто это опять эта отвальная баба. Такие же повреждения. Реально, нереально.
О, электрическая инженер. Да ё-моё! От чего? Ну, от посадки на днище. А, я аккуратно. Ну, я аккуратно. Сколько у нас еще есть гнезд под пушки? Или это максимальное количество? Ага. Сколько у нас гнезд под пушки еще есть дополнительных? Все? Ага. No guns? Эльфскими хатами. В смысле, no additional guns. Ну, слушай, а вот этот добывающий центр Балактан, это там, где мы были, да? Mm-hmm. Возможно, нормальный выход отсюда нашел, ребят. Я слышу где-то протечку. Да пофиг, боже, нам вниз плыть надо все равно. Ускоримся. Может, ну, задний балласт откачивается нормально, а передний балласт, видимо, уже не откачается. Там 4 пробоины, даже если он захочет, он их не откачает. Учитывая 2% на сварочном баллоне. Ой, у меня еще целых 27. А, сварку ну, я могу заправлять живем. Разве что кислородными. Но боюсь, ни к чему хорошему это не приведет. Дайте людям подышать. А учитывая, что боты не бегут латать, то у них, видимо, тоже позаканчивалось все нафиг. Я этих баллонов сейчас куплю. Да купи ну, еще один было... аппарат, чтобы я тоже мог что-то делать. Блин, меня это бесит. Сколько уже серий, я не могу ничего сварить. Ни борща, ни супа, блин. Вы не поверите, мы куда-то плывем. Я вижу, но... Да блин! Insufficient power, отлично. Не одно, так другое. Мы поплыли. Врубай генератор. О, погоди, а вот это ж можно переключать? Че он не работает? Работает. Столкновение скоро будет. Обещаю. Ну, я понимаю, что погружаемся. О. Че-то свет вырубился. Да, он мигает. А, вот, кстати, вот тут можно посмотреть о, потребление были. Энергии. Ага. Да, потребление энергии, класс. А что это снизу? А, это ледяной шпиль, можешь по нему выстрелить, он сломается. Шпили-вили. А нам вверх надо плыть, ребят. Давай. Блин, ну звучит круто, слушай. Фиг ли ты на эту штуку сел, ладно. Дай посмотреть. Ну-ка. Его не видно, этого шпили-вили. Просто мне кажется, да что если бы мы на него будем падать, лучше было бы его подстрелить. Да, я скажу, если мы будем падать. А, хорошо. Не переживайте. Пока что мы всплываем. Ну, это дело времени. Ну, конечно. Джентльмены, я ни на что не намекаю, но два снаряда на рельсотрон. Да, я понимаю. Извините, я их много просадил в прошлой серии. Деньги есть. Где баф? 10 секунд надо ждать. А, точно. Оп. Все, пошло. А вот и баф. А теперь по-другому, кстати, выглядит. Это выглядело... А, вот, все, нормально. Сверху. Сверху. Путю-путю. Что? Касим. Я их прижал к подлодке. Ёперный тебя. Да, ты их прижал к подлодке. Они сами. У нас механические повреждения, так, погоди. Это база. Ой-ой-ой-ой! А чё оранжевое все? Они нам люк съели! Перекрестный огонь! Ребят, одного там, сняли. Кого-то грызут, да, я видел. Здесь ему, наверное, не весело. Ай! Ребят, я всплыл. А сколько у тебя жизни-то, блин, тварь? Я не намекаю, но надо было бы это, ребят, сейчас на шпиль упадем, уверяю вас. Не надо! Да ё-моё! Дядя! Не надо, дядя! Ух, ё-моё! Да фиг ли! О, откачивается. Ну, оставайся там. Да я понимаю, что оставайся там. Водичку откачать. Блин. Да нет, заметьте, ребят, я уже дно вижу. Буквально. Идите в капитанскую рубку. Я не дойду до нее. За этим.
Я не дойду до капитанской рубки. Да. Я тут весело прям. Да, все, мы приплыли. Мы явно на пузе. Ну, иди так, глянь. Ладно, я подожду. А, не, нет. Иди глянь, 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 глянь сюда. Что там? Ох, ё-моё. А, да? Да. Ну, я поплыл, чё. При том, что у нас нету сварочных баллонов, но это чувствуется как очередной рестарт. Повреждение настолько критичное, что можно просто даже выплыть. Я тебе тут говорил. Я выплыл. Как там говорилось про одну лодку? Дыра величиной с трамвай, да? А если кто, если вспомнит, кто вспомнит про какую лодку, дополнительный бонус. Нет. Конечно, все класс, но... Про одну Марианскую впадину, я в ваш ковер собрался. Сейчас я обратно, я найду, где у нас настолько пробит корпус, чтобы я мог проползти сквозь него. Даже без помощи люка. То чем, да-да-да. А вот эти, кстати, грызунчики, они были очень крепкие. Ты видел, сколько мы по ним фигачили? Да. И, по-моему, все равно один куда-то свалил на последнем издыхании. Ребят, еще раз попытку. Да, давай. Я карту звучу. Давай так, когда мы сейчас будем на аванпосте, иди и купи сварочных баллонов. Я их куплю на все деньги. Я хочу об этот... Забудь, если я здесь костюм сниму. Взорвешься. А давайте. Хыдыч. Не, еще не взорвался. Ясно, понятно. Нам нужно идти шкалиться репутации. Да нет, там секунд 10 ушло на то, чтобы я продолжаю. Превратился в маленький комочек мяса. Ну что ж, ребятушки, сталкиваемся с проблемами, и интересно. Я пойду шторки закрою. Давай, давай, рискни. Да. Так, что могу сказать? Если... Я куплю вообще всего, вот чтобы вот... Вот мы... Я не знаю, купи все. Купи сварочный аппарат, если продается. Я куплю этих сварочных аппаратов в каждом ящике. Нет, не баллонов, а именно один аппарат. Баллонов, да, много надо. Один аппарат лишний купи, пожалуйста. Так, ребят, молитесь. Одину? Кому-нибудь. Да, Одину. Он поможет без повреждений доплыть до туда, тут было. Одину надо в Альхейме молиться. Блин, вкалите мне морфин срочно. Наркоман? Угу. Понял. Сейчас так, бегаю. Доставлено в engine room. Это трогать не надо. Блин! Я понял. Тебя огорчить? Нету. Нету? Правильно. Тут только металлы. А там металл есть, да? Ну, типа, там да, много. Сталь. Принеси, стал. Пожалуйста. Кого? Куда? Сталь мне в ручки принеси, пожалуйста. Давай. Я эту сталь с собой ношу, чтобы нашу подлодку апгрейдить. Вот что мне знать. На ногу. И раз, кстати, этот кровозаменитель сделаю сейчас. Давай, пробуем. Если что... Танцы на выживание будет больше. Ну как бы капитан тонет вместе с подлодкой. Угу, и экипаж тоже. Потому что куда он денется на такой глубине? Есть такое. Ну что. Так, ну пока мы плывем, могу материалы все в ручки взять. Давай хоть посмотрю, куда мы плывем. А что это за синие сопли из нас летят? А, это мы. Ощупка сонара. А, он нас самих же отображает как препятствие? Нет, он нас отображает как... Это, короче, кусок экипажа. Ну, короче, все живые цели на корабле. Цели. Устранить. А, мы уже типа плывем? Угу. Прям хорошенько так плывем. Ясно. Я запомнил просто единственную нормальную дырку. А может, единственная нормальная дорога, по-моему, была через эту мелкую тварюку. Да, да, через эту тварь. Если ее подождать и просто подстрелить раньше, чем она раздолбит весь наш корабль, ну, подвод. Первую цель. Четвёрт? Я постараюсь их пропустить. Постараюсь их не подпустить.
Я постараюсь пропустить, чтобы вообще мы их не встретили никогда. Сверху говорил, да? Да я понятия не имею теперь их день. Я с сонаром пользовался один раз. Не включайте сонар. Get out. А мне сонар дороже корпуса. Когда мы с этой тварью встретились, только сонар от нас и остался. Кстати, да. Видимо, невкусный был. Это у тебя там опять 11% на пушке. А, это что это? А? У тебя опять 11% патронов. Снизу. Да. Снизу? Сейчас. Мы сейчас ударимся. Потолок. Нормально. Куда мы плывем? Да ёперный театр, опять мы в щель какую-то приплыли. Промазал. Якорь, надо, да? Надо дальше плыть. Промазал. Короче, я посижу, да, наверное, на нижней пушечке пока что, пока в этом... Меньше, нет, чем попадание. Снизу цели. Много же. Моё. Не. Лицетрон, ты справишься, а то у нас два снаряда на рецепте. Да я вижу, лицетрон применяем только в крайнем случае, когда точное попадание. Молотоглав. Да не, ну, допустим, если ты точно уверен, что по мелкому попадешь, можешь его разнести к черту. Ёма, а что у нас с корпусом? Ну и как я их там должен доставать? Ёпарный театр-то. Оно прямо на лицетроне сидит, блин, жрет его. Да не, вроде все хорошо. Отогнал рядом немножечко. С лицетроном грызет. Я же говорю, прямо на лицетроне. Двоих сверху отогнал, того снизу... Я пошел его ловить. Как же мы погружаемся, чувак? Что-то мы не всплываем. Ну, а он уже заполз. Оно тут? Да, но я застрелю, Оу, воу-воу. Что-то мне кислорода не хватает. Ох. Так, и дырку я закрою, чтобы оттуда вода не текла. Да, давай. Дырку я закрою, чтобы оттуда твари не заползали. Сверху мы немножечко пожёбаны. Да ё-моё, ну что происходит? Помощь нужна? Да меня постоянно этот... роняет. Бьёт об пол башкой. Я выплыл. Я закрыл там дырку. Красиво. Так, а где-то здесь видим конкретные повреждения корпуса. Спереди. А, мать. И там корпус там повреден, потому что мы до дотянуться не можем. Ну тут мне показывает течь прям, вот где-то. Дай бог, я сэкономлю на сварочных баллонах. Сейчас я насос починю. Мы лежим на пузе. Очнись, очнись, до того, как ты утонул, очнись! Отдай! Ой, привет. Привет. Меня шарахнуло током, я чуть не захлебнулся в этом всем. Достойная смерть. Ну, ребят, могу вам сказать, мы доплывем. Да, давай. До ручки. Угу. Ух. Все, я пошел в свою комнату. Там еще 600 метров проплыть. А, мы идем вверх? Опа! Где? Че, оба? Я знаешь, такой, выходит, заходишь в свою комнату, такой, оба! Это просто тут личная комната. Я нарисован. Я предлагаю в следующий раз, короче, этот купить много баллонов, а корабль заместо воздуха гелием наполнить. Много? А это сколько? А вы представляете, как тогда будет звучать серия? Очень высоко. Да. Слишком высоко для вашего понимания. Блин, ну добью. Ну я считаю, что они по-божески, они этот, не снять еще одну миссию после этого великого возвращения. Это будет святое, да? Да, снизу слева цели, далеко. Мы быстрее вроде бы. Снизу слева. Это вот... Что за крякающие звуки? Это я бегаю. Если деньги останутся, то я все в двигатель вложу, чтобы мы плыли быстрее, просто молния Маккуин. Я понимаю, но эта фигня все равно станет проблемой.
Но если мы быстрее этой фигни, то... Вот та фигня была очень быстрая. Надо тогда уж на сверхзвук выходить. Как вывести подводную лодку на сверхзвук и не офигеть? Ты понимаешь, что вода вскипит? Да. От такого трения, там, по-моему, ты будешь просто по кипятку плавать. Скорее тонуть уж. Сомневаюсь, что мы будем плотнее, чем пар. Я дурак, точнее, я опять менее забыл. Да, ребят, сейчас разбегу по ванпост. Ё-моё. Достойно. Ура! Ура! Есть! Нет, не хватило чуть-чуть. Не хватило! С победа. Европой. Победа. Победа. Вместо обеда. Нет. Ура! И химикаты ведь оставили. Ой, как хорошо, что ничего не рванул. Реально. То есть получается у нас плюс 6, а там минус 3. Это стабильно будет. То есть мы с сепаратистами постоянно портим отношения. Да нафиг они нам сдались такие. Они нас разделяют. Кто понял. Они вообще, они, короче, это демократы фигово. Сепаратисты-демократы? Да-да-да. А у нас это капитализм. Наверное. Тогда уж коммунизм. Не бред. Да какой тут нафиг коммунизм? О каком коммунизм идет речь, когда свои деньги покупаю? Раз уж у нас единый командир и не выбирается, тогда уж не знаю, тирания. Погоди, мы же выбирали. Выборы больше не идут. Не-не-не-не-не, понимаешь, оно же как происходило методом исключения, когда каждый говорит, только не я, и остается последний человек, и такой, а, кто, где, и поздно уже. Жесть, они дорогие, ну ладно, кому сколько? 104 за штуку. А у нас? У нас уже 6000, я 10 только что купил. Ну, в принципе, жить можно, если не сильно провтыкивать. Я хочу корпус еще вкачать, блин. Да. Надо бы. Сколько вам вкачать в корпус? Да. 3000 еще надо. Сколько? 3000 надо на корпус. Сколько? Ё-моё. Ну, 3000 это, я в принципе, потратил. Да, давай, раз у нас есть 6, то можно вкидывать. Это не последний. Да, я еще баллонов куплю, вы чё? Сварочный аппарат купи. А, точно. Нет. В мое персональное пользование, блин. Сварочный аппарат тебе сколько? Могу 10 купить. 1. Так уж и быть. Сколько он стоит? Вы ща откройте ящик. Офигею, согласен. Все, ребят, давайте. Надо миссию взять. Хочу очень поиграть нормально. Да. Выживание. Я пойду баллончик. Я не хочу больше плавать по этим жопам. А фиг ли у нас тут скафандр лежит, а его никто не вернул на место, даже боты. Потому что они все на станции. Вот как обезопасить скафандр. Ставить этих ботов на станции? Да. Хотя нет, надо сходить к механику, всю нашу подлодку обслужить на этот косарик. Да, давай. Тратим все деньги. Уничтожение Роя. Роя Бриджеса или Роя Маккарта? Есть патроны. Так, сейчас проверим. Тут у нас половинка. Меньше половинки заряжено. Так, теперь что у нас по целым? Взрывной груд. Целых прям нормально вроде как. Ну все тогда. Так, куда сейчас? Нет, слушай, на рельсотрон. У нас практически пустой рельсотрон. Сейчас посмотрю. То есть на обычной пушке у нас хватает. У нас сколько? Раз, два, три, семь ящиков. 8. У нас даже какие-то разрывные есть. Уж не знаю, подо что. Может, под миниганы или что-то такое. А вот на рельсотрон... Нет, под магнитную. А, угу. Разрывные? Ну это, короче, шмальнул и прям порвало. Это чтобы наверняка. Дайте нам такую пушку. На рельсе, да, мало осталось. А, ребята, я обещаю больше их зря не тратить. Мы можем вкачать себе способность. Пошла бы она. Какую? Ну-ка.
Так, talent points. Находясь на своей подлодке, которая на 50% затоплена, вы получаете плюс 50 скорости плавания, 50 скорости ремонта корпуса на 60 секунд. На дно называется способность, я считаю, да. Офигительно, да, это то, где мы часто оказываемся. Мне кажется... Чрезвычайно часто. Снаряд рельсотронов, продажи 2. Сколько? 2 купил. Пока сколько что. Стоит? 100, это 70 за штуку. Дорого так стрелять, да. Да пофиг. Единственное, то, что их всего 2. Да. Ну, значит, все, рельсотрон используем чисто как перископ, пока не появится что-то здоровое. Перископ? Не, я сейчас сползаю, конечно, может еще найду. Тут просто какой-то торгаш поселился очень высоко. А, это доктор. Ну, у доктора явно снаряд рельсотрона нет. Где вы говорите его нашли? В заднем проходе? По сути, снаряд для рельсотрона это танковый снаряд и все. Да. Так, выбрать яд понравится. Нет, это все с... Да, все с епатерианскими сепаратистами связано. Не, нам такое не надо. Соответственно, куда мы? Туда мы. Желательно нафиг. О, нам уже хватает, чтобы... Нам уже прочности этого корпуса хватает, чтобы проплыть. Нам не хватает дружелюбия. Это еще одно задание для них надо сделать. Там было буквально чуть-чуть на грани. 12 надо еще. 12, чтобы был 30. То есть сейчас 18, я понял, да. Да. А сколько нам дали за прошлое? 9? Не помню. 9. Ребят, сейчас Фрум просто на запись. Иди, открывай ящик тот, который я закупил. Там просто, я не знаю. Yes, моторный yes, отсек. Yes. Пошли, давайте посмотрим на это. Сейчас у меня отлагает немножечко. Оп. Цвет. Еще загрузка вообще. О. Оп, это я забираю, спасибо. Я про лаги оба, все. Это я забираю, спасибо. И вот это, пожалуй, тоже забираю, спасибо. И... Ну, спасибо. Все, положи дерьмо в очередь. Дай. Так, на пятерочке у меня наконец-то сварочку. Супер, я ее даже немножко сюда перемещу. Переложи эти. Я себе взял несколько баллонов. 7. В общий ящик надо положить. А где он общий-то сейчас? Да я уже... Блин, откройте кто-нибудь дверь, я музыку играю. Спасибо. Пожалуйста, музыка вперед. Че это за... Так, запасную еще в себе возьму. Все. Сейчас сталь пойду скину, и можно отправляться дальше в путь. Как хорошо путешествовать налегке. Вот там держишь, зачем ты бота поймал? Я проверяю его здоровье. Написано, что он страдает от музыки. Не понял. Ну, в смысле, там, где все заболевания, всякое такое, там все значок музыки. Че тебе не нравится, черт? Слушай, мне кажется... Экипажу угрожать вздумал. Нет, а как... А что? О, это мой шанс. Все, до свидания, гитара. Не все. Молодец. Открыть шлюз! Стой! Я так пойду! Катерти дорожки, я могу еще дверь заблокировать, если хочешь. У тебя-то лома нет с собой. Откуда ты знаешь? Это лом с собой таскаешь? Конечно. Блин. Да у меня с собой как это швейцарский ножик и фонарики, маска и ломик и все, что хочешь. Даже Wi-Fi компонент, блин. Слушай, зачем эти компоненты с собой таскаю? Офигеть.
Я компоненты все вот эти выложил. Да-да-да, я же как раз тоже подумал об этом. Где у нас есть какой-то общий ящик куда это все? А, вот. Ну я вот сюда, я в нет ящик скидывал. О, гарпуны. Батарейка, да, закуплены были. Вот, там где гарпуны, сюда положили. Ящик, значит, скидывайте весело. Да, так и есть. Молодцы. Мне гитару сперли. Лилилет мне дай. Всё. Увы, новый лет мне дай, но... Да-да-да. А почему она не влазит ни в один ящик, блин, ты гитара? Флаг, спустись вниз. А, вместе автопилот пришлось урубить. А насколько вниз? Насколько низко нужно пасть? Ну! Хочешь мем? Ну? Смотри, раз, два, блин, сам открыл, а я эти ломомы ее выбивал. Там кнопочка есть для умных. Я не такой. Ломом интереснее. Как там? Нужно, чтобы работали трезвые парни, но у нас таких нет, у нас все нормальные. Сигма, 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 сигма. Хочешь фокус? Ну. Баранки гну, не будет фокуса, походу. Чего? Я все баранки согнул, не будет фокуса, ладно. Когда сперли гитару, и ты не знаешь, что с этим делать. Что-то, ребята, мы не приближаемся. Я знаю. Почему? Что-то здесь кислорода мало. Потому что я не плыву. Я тут дурачка там запер. А почему автопилот нас не двигал? На, так я его этот задерживать. В смысле опенинг? Что там опенинг? Зачем? Открыть. Я тебе сейчас ломом шатаю, еще раз меня закроешь. Оно тут, оно тут! Подтверждаю, и оно не одно. Одного снял. Прекрасно. Опять эта тварь! Надо бежать за скафандром, где? Второго снял, третий где-то сзади еще. Их три! Да! Я плыву на всех скоростях, ребят. Да, я вижу, что они не успевают, но, блин, оно... Три раза! Ну, нафига! Эта тварь! Я не знаю, куда мы плывем, я не использую сам. Просто вали! Ходу! Нажми на газ! Не включайте сонар! Дави! Я двигатель вкачаю, когда у нас деньги будут, чтобы еще быстрее давить на газ. Давай, хорошо. Так, низ кто-то чекает, не? Да боже мой! Я пошел дырки в корпусе заделывать после оплевухи этой твари. Оно за... Их двое! Я еще как в открытом... Одного снял! Аванпост. Ребят, готовьтесь, короче, через переднюю палубу выпрыгивать, мы сейчас в аванпост влетим. Стыкуемся. Их а три! Снизу? Подтверждаю. Почти приплыли. Одного корпус. Снял. Сейчас разбегу. Второго сейчас. Снял. Раз, два. Еще двоих снял. Фух ты ж, ёпрыс. У меня патроны там закончились. Их там было штук пять. Да. Дран пошел, когда у нас баллоны появились. Офигеть, я их только успел отстреливать. Нас тогда одна такая тварь убила. А их там пятеро. Ну, мы вовремя на этот раз сполошились, потому что мы их поотбивали и не подпустили. То есть оно нас покусало немножко, но не дорвалось так, как в прошлый раз. На месте. Фига, ребят, чекайте аванпост какой. Какой? Обалдеть. Ой, реально классный. Ирма бургер? Фреш фуд? Че, ребят, по бургеру? А, держи. Опа, наконец-то. Срумтор, а то, что у тебя сварочный наоборот появился? Да. Ну, как только он у меня появился, у меня больше нет шанса что-то поварить. Селф-сервис, ну-ка. А ты что, Уолтер Уайт, чтобы варить? Ну, я же не кофе варю. Жесть, а красиво. Ой, инвалидные коляски. Это для нас безруких, безногих, да? Веди меня. Погоди. А я могу вот так?
Так, а чё тут? А какие тут магазины? А как её катать, подожди? А вы прикиньте? А, куда ты? Что за нафиг? А чё здесь магазины? А ну садись на неё. Нет, спасибо. О, а ты кто такой, дядька? Ой, давно тебя не было в уличных гонках. Бюст, но не Ленина. Как-то странно. А Ленин это... Ладно, это, похоже, останется без ответа. Фигеть, у них здесь плантации. Угу. Ну, слушайте, я понял. Я музыкальное сопровождение. Я так и понял, это просто музыкальная тема на наше новое это приключение под водой. Зачем я гитару отдал? Зачем я это сделал? Я еще так и подумал, ну блин, ну чувак бафы делает, ага, зачем я отдал эту гитару? Ну шо ж ты? Больше бафов. О, можно взять. Покупаю. Понял. Сейчас, подожди. Поговори мне тут. Это еще чё? Подходи ко мне. Это еще что? Знаешь, неизвестная фигня страшнее, чем просто фигня, поэтому... Прям у нас 200 кредитов осталось. Ну и хорошо. Вообще суперски. А зачем тебе деньги под водой? Все нормально. А мы сможем матку Рою Ползунов убить? Перезарядимся и сможем. Че это? Какого же? Ух ты же. Так, готово? Я пошел сюда. Я уже наслушался, мне нормально. Вот сейчас я пойду патроны затащу. Наше сегодняшнее приключение в этой серии закончится. Мы близки к финалу. Твоей жизни или просто? К финалу этой серии. То есть мы можем это пройти, мы смогем? А, нет, мы просто первую локацию закроем. Я понимаю, я не говорю игру пройдем, а сможем пройти вот до какого-то определенного чекпоинта в этой жизни. Да, до сохранения, например. Yes. Фрум, я тебя сейчас еще больше бесить буду, знаешь почему? Зачем? Я тебе сейчас такое покажу, что я купил. Я знаю то, что это вообще нафиг не нужно было. Ну-ка, давай, доставай. Скинь. Верни аккордеон. Я не брал ничего. Че там, порвали два баяна, да? А, о, вот и аккордеон. А ну где моя гитара? Ну иди сюда. Блин, а ящики с патронами тут лежат. Это они полные? Не... Ладно, где аккордеон? У меня в руках. Смотри. Ну ладно. Да, оно будет сочетаться, как, например, в Sea of Thieves, когда ты... Стой, подожди. Это губная гармошка. Перестань. Готов? Да. Раз, два, давайте. Три. А можете мне на следующей станции барабан купить? Фрум, не будь тебе только аккордеон предложить, к сожалению. Давай. Стой! Аккордеон за руку его схватил. Все, спасибо. Поймали, аккордеон отобрали. Безумие так по полной. Дебилы, блин. Поменяйте стержень в реакторе. Нет. Я инженер, я говорю, нет. Черт, аккордеон. О, он уже бежит. Ай, как же так, это... Так, как его отсюда выплюнуть? Вот они, стержень почти полный, алло, какой его менять? 55%. Хорошо. А, низкая температура, но это нормально, да? Нет. Нам же нужно перегревать реактор.
Так, ладно, краулеры 600 метров. Давайте готовимся заранее, садимся на передние пушки. Раз, два, три. Не, не взорвался. Ёлочка, гори. А чё взорвался? Готовы принимать? Кого? Упернец, принимайте. Кого уже тут принимать? Спереди. 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 Спереди? Ну я на задней. Оп-оп-оп-оп, там что-то орёт, здоровая. Да, вижу. Вижу, видел мелочь, к пруму приползла. Я не вижу ни хренища, вы чё? Оно всё сверху. Оно всё сверху, да. Да что тут его? Они, по-моему, уже внутри. Нет. Нет ещё? Одного отстрелил. Они там все у тебя, походу. Я потолок заварил. Второго отстрелил. Да. Не успел. Как заваришь, скажешь. Третьего. Приду попью. Все, минус 4, нормально. Так ни в кого не выстрел. Погоди, это не все. Я думаю, нам нужен рояль. В кустах. Чтобы играть в дурную тему. В кустах, а где мы здесь кусты найдем-то? На базе. На базе разве что, да. Тут можно... Блин, там столько мяса осталось. Тут можно купить ящик для растений и этот семена. Так, еще краулеры, погоди, 300 метров и краулеры на 500 метров. Две группы будет. Ребят, тихо. Посмотрите на капитана внимательно. Что? А, у тебя трубка из кэп... Ну ладно, теперь ты настоящий кэп. О! И видно. Устачусь к психозу, поехали. Так, ты тут станешь, давай. Становись на нижний. А если бы ты его неустойчивый, ты бы типа расстрелы бы начал среди. Ты не хочешь поменять устраивать? Нижний, извини, что перебиваю. А? Не хочешь патрон на нижний поменять, если просто чтобы были на всякий случай? Да надо бы, сейчас бегаю. Да не, забейте, он не догонит. Ну хорошо. И снизу цель одна. Две, три. Где? Сверху, снизу? Где, блин. А, вот. Так и хотел крикнуть, где боеприпасы. Я постараюсь позицию пониже занять. Кэп, старпом, где боеприпасы? Бегите за костюмами. Ё-моё, гасим. Ты куда? Бегите, гасим. Мне два раза объяснять не надо. Я за костюмом. Так, ну я-то костюм взял, чтобы заваривать. Ты не стреляй, давай. Беги, как тебе пинок дать? Куда воевать? Тут мелочь! Вроде кого-то застрелил, я вообще их не вижу. Хорошо, у меня пушка перегрелась, все. О, это печально. Очень жаль. Ух, ё-мо. Я постараюсь нас прокануть пониже. Гаси, да, давай. Они сейчас будут отходить, гаси их на выходе. Реально отходит. Попал. Вижу. Попал. Хорошо. Мы попадает. Уже почти сделали, там осталось еще две мелочи. И сама матка. Ну, я же говорю, кроме этого остались еще две мелочи. Лично. Подплывает. Как хорошо ты играешь, когда у тебя сварочные баллоны есть. Оценил, да? Боеприпасы! У меня энергия лично закончилась, боеприпасы еще немножко есть. А хоть один-то полный ящик тут есть? Да. Да как в ящик? Все. Большой уехал. Я только хочу поднять этот ящик. Маленький идет. Ща, я у тебя боеприпасы меняю. Второй маленький подходит. Не видно мне. Эй, детей. Могу лично выбраться отпинать их. Не, норм. Сейчас я немножечко заряжусь, у меня тут осталось пару патрошек. Вы помните, что мы тут на пузике валялись? Да, я знаю, я специально. Оно их жрет. Такая... Еще второй малой идет, блин. Припасы, сраные патроны. Свару откуда-нибудь, пофигу вообще. Ворую из другой пушки. Новую. Ворую из другой пушки, все норм. Не понял. Спереди. Нижнюю, блин, нижнюю. Нет. Я с нижней своровал.
Ты принес полную, хорошо? Я все принес, да. Что здесь повреждено уже? Не мое корпусу. Сверху больно. Надо будет тормознуть и там корпус починить. Хорошо. Сейчас я от нижнего попробую отбиться. Что ты там жрешь, тварина? Блин, оно восстановилось. Ну ты скотина. Они так разгрызли свою матку напополам, блин. Сползун снизу. Да-да-да, вот тут. Так, все, этого шлепнул. Сверху еще должен быть какой-то. Цель готова. Опять взяли мою комнату, погрызли черти. Нам я не знаю, закрыл. А? Да я там сидел, заваривал, меня там закрыли. Нет, ну на самом деле все прошло неплохо. Могло быть хуже. Могло так быть вполне. Почему нас так дергает? Как стоять-то, а? В общем, один из этой шайки остался живой, чтобы рассказать легенду о нас остальным в океане. Не повезло, с него просто метка пропала, и поэтому мы цель выполнили. Так бы мы его по всему океану искали бы и добивали, да? Угу. Ну вообще у нас как бы это выживание славное. Мы вообще из Москвы плыли. А где мы сейчас-то, а? К Крытогорску подъезжаем. Включение реактора. Не надо. Меня тоже эта кнопочка манит. Да, она такая большая. И большая, и белая такая. Ага. Совпадает с цветом курсора. Может скорость немножечко? Давай без таранов. Окей. Достойно. Окей, это было неплохо. О, да, френдли 25, есть, плюс 7. Что, почему? Не, нам хватило, не? Нам нужно, чтобы 30. А, 30, точно. Отлично. Ну, хорошо, чуть-чуть. Тогда, я так думаю, что мы продолжим уже в следующей серии. В этот раз у нас получилось гораздо успешнее, гораздо удачнее. По сравнению с файлами прошлого раза, зачем ты скафандр с собой? Да я по привычке. Вот, в общем, да, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда.